Ёпта! Вы, конечно, сейчас такие: о, слушайте, вот он, конечно, врун, говорил, что уходит с канала, а снова появляется в видосе на канале «Веселый Гамула и компания». На самом деле, очень просто. С тех пор, как Игорь Гамула остался на этом канале, полторы недели на канале просто не появляется видос. И мне тупо обидно. Просто я согласен, что это немножко не по-пацански. Не очень. Вот. Но мне кажется, также не по-пацански оставлять чуваков, которые подписались на этот канал, здесь в одиночестве без видосов. Как минимум на ближайшее время канал «Веселый Гамула и компания» я не бросаю. И пока остаюсь здесь, иногда с Игорем Гамулой, иногда без. Ну давай посмотрим на реакцию зрителей. И все зависит от вас, друзья. Если вы действительно не согласны, что Федя вернулся нечестно и что он не должен возвращаться, все, будем окончательно выгонять. Я как старший товарищ по Ютубу прослежу, чтобы вот этот дрыщ... Я дрыщ. Дрыщ, у него 38 килограммов, конечно. Да. Он не должен появляться на канале «Веселый Гамула и компания». Ребята, всем здрасте, это канал «Веселый Гамула и компания». И сегодня мы покажем вам настоящих бабочек. Порхай, бабочка моя, порхай. Вам зашел первый выпуск формата, где мы играли в футбол, а потом вот эти вот замечательные ребята сидели, угадывали, кто же сколько забьет. Но сейчас интереснее, потому что тогда участники не знали, что они на ставке, а мы знаем. И где-то можно подплавить удар, где-то наоборот постараться. Сегодня мы приехали в замечательный манеж, где есть замечательная пушка. Это, сука, просто пушка, а на ребре эта тушка, что-то шепчет мне на руку, но мне на ушки. Сегодня вратарский челлендж. У нас будет 4 удара от каждого из игроков, потом 4 удара от пушки. Вы уже увидели кучу разных линий на всю эту историю и наверняка можете угадывать вместе с другими футболистами Амкал, с которыми вы познакомитесь прямо сейчас. Йоу-йоу-йоу, ребятушки, всем здравствуйте, привет! Здесь главный его герой, Саня Пипа. Это я, всем привет, друзья. Артем Нечаев и Рик. Всем привет. И Рома Рой. Ну вот, держите, знакомьтесь с коэффициентами, обязательно поставить, ну сделайте просто, как можно больше ставок. Порхай, бабочка моя, порхай. Ну что, погнали, я пробью первый, Жека первый стоит в воротах, так. До свидания. Вот вы сейчас смотрите на меня и всегда будьте уверены, я всегда забиваю. Будьте уверены. Я всегда забиваю, понятно? Вот он отбил. Зашла ставочка. Какая сука. Давайте посмотрим, кто что на спирище ставил. Меньше 0,5 Саня Пипа проиграл. Больше 2,5. Он пропустил 2, а Нечай проиграл. Меньше 3,5 Ромарой выиграл. Я верил. От людей. Ой-ой-ой, как мы зарабатываем. Гер, ты будешь делать подлянки кому-нибудь? Да. Что? Что? Хороший! Гер, ты чё? Вы что, думаете, он уйдет сухим из воды? Не тут-то было. Ай, пропущенных у Германа! Охренеть, от людей Герман. Больше 1,5, Ромарой проигрыш. Больше 3,5, Нечай, поражение. Я думаю, здесь все просто полегли на ставках. Ноль пропущенных у Германа, ноль пропущенных у Германа. Это очень круто, потому что Герман у меня во вратарских челленджах. В целом, я боюсь мяча. Да, обычно, да. Многие будут ставить на то, что... Ну, там больше... Блять, я говорил вам! Ты поздно сказал! Больше 2,5, один гол, больше 3,5. Пока
я знаю вообще все, я в таком плюсе, когда веселая головная компания, просто мы будем развиваться. Вы дауны. Мы будем развиваться. Интересно, кстати, что я могу плавить тех, кто ставит не только с той стороны, но и с этой. Что вы скажете на это, господа ставочники? Больше 3,5, Саня поставил, что я 4 пропустил. Я не знаю, как это работает. Контролировал! 0 пропущенных у Сима! Какой я в порядке. Еще и штанга, почти гол был от штанги. Я поставил, да? Скана меньше полутора. Да, есть первая победа, есть первая победа. Что это? Штанги! Здравствуйте, бабки вернулись ко мне. На мне кэш, на мне трех, поход на мне твоя хо. Ты же ставил Рабону, ты от штанги ставил. А, да. Так это Рабоны был, нет? Денег нет нихуя, денег нет нихуя. Мне кажется, все будут думать, что пушкой все забьют, поэтому мы делаем вот так. Ой! Никто не ставил на тотал общий. Спирич тот суммы пропустил 4 гола. Блять! Пропустил? Я выиграл. Больше 2,5 у меня. Да. У меня меньше 3,5. Он мог, блядь, еще? Вот это в очко его. Да, Спирич, кстати, спасибо, блядь. Раздвинул очко, а я потерял 500 рублей. Мне кажется, тут выиграли. Герман умничка. Герман суммарно пропустил... Больше 4,5. Блядь! Герман суммарно пропустил 3 вот сейчас только, и все, потому что он до этого пропустил 0. Как? Мы с ничем сгорели. Ничего не сыграл. А от пушки еще? От пушки. Больше 2,5. Ромарой выиграл. Больше 2,5. Блин, ты был так рядом вообще. Гуркин, блин, своей техники. Причем тут коэффициент был такой хороший, 5,5. Три! Итого у Гуркина пропущено суммарно 4. А значит, от пушки Гуркин больше 2,5 победа. Нечай больше 3,5 поражение. Больше 3,5 Нечай выиграл. Больше 3,5 проиграл. 4. 4 у Гуркина в сумме. А Саня вообще что-нибудь выиграл? Ничего. Я тот угол ударил, влево. Здорово. Один пропущенный у меня. Суммарно у меня 3 пропущенных. Ромарой. Меньше 1,5, ты один пропустил. Нет, я пропустил 2. Я пропустил 2. От пушки я пропустил 2. Да. Ну ты, блядь, урод. Нечая сыграла. У меня все сыгрывает в общем. Ромарой больше 5,5, я думал, что ты урод. Ты не верил в меня. Ну я с пушкой верил. Ни одна специальная ставка не сыграла. Вот это фидос довольный. Сейчас мы, да, по-моему, в этот раз я остался в плюсе. Если после первой... Мне только СИП вытащил. Саня все уже, по-моему, хочет, не знаю, чего. Буду только на СИП ставить. Я старался. Лучше бы, Саня, ты уже... Я забил дохуя и пропустил всего один, кстати, в челлендже. Ну, слушайте, я скажу такой фидбэк, что у меня особо эмоций нет, потому что я понимал, что тут не угадаешь, кто будет тупить, кто будет играть.
что Гуркина окажется в руках пушка вообще. Поэтому тут просто рандом. Побыстрее хочется уйти с этого канала. Я просто вот так вот тыкал, потому что я уже эти... Я тотал эти не понимаю вообще. Поэтому я надеюсь, что я не в большом минусе, но я точно не в плюсе. Спасибо вам за то, что поучаствовали. У меня где-то минус 6. Здесь да ладно, у меня минус 5. На экране сейчас было уже, вот ваши все, да, по-моему, все вы остались в минусе. Саня Фифа, Ромаро, Артем Нечаев, подписывайтесь на их каналы, еще Андрюха Сипкана и Феликс здесь сидели, помогали, общались, за камерой был мистер каратист, на него тоже. Первая классика, Андрюха Сипскана. Подожди, а можно сделать селфи с подписчиками со всеми? Да. Ребята! Есть. Лёха Гуркин, который только что сделал с вами селфи, и Женя Спиряков, который уже ушел ругаться по телефону. Пока! Кайте! Пока!